От Кестаса вопрос. Как одеты умершие люди в астрале, так как последний раз видели их в гробу или как-то по-другому? Нет, по-другому. Я уже говорил о том, как выглядит человек в астрале, в том числе и человек умерший. Вот. Человек – это информационно-энергетическая структура, вы должны это понимать. И на нем отражаются не только, ну, все отражается в нем, в общем-то, вся информация, так или иначе накладывается на него. И события, и люди, и какие-то законы, происшествия, что-то взаимодействие с эгрегорами и так далее. То есть все это накладывает на человека определенную информацию и отражается в том числе и на его внешнем виде. Вот. И в видеофаге есть достаточно подробные рассказы на эту тему. Суть заключается в том, что у человека есть, как, ну, у каждого человека есть свой определенный внутренний образ. Понимаете? Вот. То есть в астрале все на уровне, скажем так, от 30 до 55 лет. Вот возраст всех обитателей астрала, вот те, кто ушли в астрал от нас из физического мира, вот они выглядят в этом возрасте, если вас интересует чисто внешне, как люди выглядят. Это действительно внутренний образ человека. Вот у людей, может быть, молодых он формируется, как они уже более опытные, более мужественные, да? А у людей пожилых, наоборот, формируется, что они еще в душе молоды, что намного еще способны и так далее. Вот как бы этот образ в некотором образе закреплен. В том числе большой отпечаток и одежда несет тоже, несмотря на то, что она как бы утрированная и несколько общая для всех в виде определенного такого балахона, скажем так, но тем не менее, если приглядеться и рассмотреть, то отличий очень много получается, потому что каждый носит свою одежду в определенном своем стиле, с определенными вкусами и так далее. И это все откладывает отпечаток и на информационной структуре человека. Поэтому там нет никакого такого большого, скажем так, одинаковости никакой нет. Ну а одежда, в котором он в последний раз отправляется в путь, это просто, ну скажем, она не несет никакой информационности, не волнуйтесь. Там никто не ходит в белых тапочках. Это я могу точно сказать.